Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео готовим очень вкусные кабачковые оладьи. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, давайте посмотрим на ингредиенты. Нам понадобится один кабачок, у меня цукини, одно яйцо, мука гречневая 35 грамм, чесночный порошок 1/4 чайной ложки, итальянские травы 1/2 чайной ложки, соль 1/4 чайной ложки и растительное масло для жарки. У меня масло авокадо. Итак, для начала нам необходимо взять кабачок один и натираем его на крупной терке. Добавляем соль и хорошо перемешиваем. Убираем в сторону на 10 минут, чтобы кабачок выделил лишнюю влагу. Теперь кабачок необходимо отжать от сока. Выкладываем обратно в глубокую миску. Теперь выбиваем одно яйцо, добавляем чесночный порошок и итальянские травы. Хорошо перемешиваем. Теперь осталось добавить муку и еще раз хорошо перемешать до объединения всех ингредиентов. Разогреваем небольшое количество растительного масла на сковороде. С помощью столовой ложки выкладываем оладьи на разогретую сковороду. Обжариваем оладьи с одной стороны до золотистого цвета, переворачиваем оладьи на другую сторону и также обжариваем до золотистого цвета. Готовые оладьи подаем со сметаной или греческим йогуртом. Этот рецепт кабачковых оладий является отличным способом включить больше овощей в ваш рацион. Оладьи получаются невероятно сочными и вкусными. Они идеально подходят для завтрака, обеда или ужина, а также в качестве перекуса. Спасибо за просмотр и желаю вам отличного настроения. Увидимся в следующих видео. Всем пока!